Компетенция административной комиссии рассмотрения нарушений регионального законодательства. На заседании, организованном 6 июля, в очередной раз прошло разбирательство по правонарушениям, зафиксированным в городе. Под председательством Владимира Исаева было рассмотрено 14 протоколов об административных проступках. 13 из них по невыполнению требований, установленных правилами благоустройства. Снова в эпицентре нарушений автомобили, припаркованные на местах, отведенных под газон и другие зеленые насаждения. Автотранспорт должен находиться или в гараже, или на платной стоянке. А вот все остальные места не являются местом для хранения автотранспорта. Как правило, гаражи находятся не так уж и близко от дома, а у некоторых жильцов их вовсе нет. Платные же автостоянки отталкивают автовладельцев дороговизной. Но даже один раз попавшись на нарушение, водителю придется расстаться с более крупной суммой денег. Ведь предупреждений по этой статье не предусмотрено. Если вы еще раз поставите, то комиссия еще раз примет решение. И будет принимать решение столько раз, пока вы не перестанете нарушать правила благоустройства. Максимальный штраф 5 тысяч. А теперь посчитайте, сколько месяцев вы можете ставить. В месяц получается 1800 рублей стоянки. Вот один штраф – это практически 2-3 месяца. На прошедшем заседании также присутствовали общественники, следящие за исполнением закона и предписанных правил. Гражданские активисты фиксируют факты нарушения и сообщают об этом в правоохранительные органы. Такой способ взаимодействия повышает правовую грамотность водителей, но, увы, не очень приятным путем. Тем не менее, примеры нарушителей помогают привить водителям культуру соблюдения порядка в городе и оградить их от преступления. Огромное вам спасибо, наверное, в первую очередь от жителей нашего города Десногорска, от администрации, административной комиссии, за то, что вы проявляете активность, боретесь с нарушениями, которые у нас имеются в городе. Еще один протокол касался нарушения тишины и спокойствия граждан. По нему ответчику назначили наказание в размере 1000 рублей. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.